Привет, зрители моего канала. Решили мы с моим другом, это Димон, друг мой, и это наш технический суппорт во всех делах мотоциклетных. Вот. В общем, мы решили заполнить пробел по подъемникам для мотоциклов, потому что на русскоязычном ютубе практически нет никакой толковой информации по этим подъемникам. Ну, может, есть видео, где человек показывает, вот это такая классная штука, он поднимает мотоцикл, опускает и все. На этом никакой полезной информации в видео нету. На буржуйском ютубе там с этим делом попроще. В общем, давайте перейдем к характеристикам. Дим, расскажи, пожалуйста, по этому подъемнику. Ты его сделал сам, насколько я знаю. Поделись информацией. Подъемник. Стол. Верхний 2 на 60, 2 метра на 60 сантиметров. Высота подъема 80 сантиметров в сложенном состоянии, 20 сантиметров. Основание 1,5 на 60, но расширено до 80 для большей устойчивости. Специально 6 колес, чтобы можно было его повернуть, покрутить как угодно, покатать при необходимости, не снимая мотоцикл с подъемника. Вот. 6 упоров сделал по болты на 22, чтобы при необходимости можно было выставить в уровень. Вот эти вот плечи параллелограммные, сколько они в длину? По осям получается 60 сантиметров. Угу. 60 сантиметров. Вот такие стойки. Стойки предназначены для... Упор при закате мотоцикла. Да, упор при закате чтобы мотоцикла. Ту сторону не подымало. А где аппарелька? Сюда к этому столу была изготовлена аппарель, которая одевается направляющими вот эти вот два отверстия. Ну, сейчас все наглядно показано будет. Одевается аппарель. Вот. Сделана из профиля, листа USB. Сделана на навесах. Не на навесах. Не везде ровно ворожи. Быстросъемная, длина ее метр, ширина 32 сантиметра. Сама рабочая поверхность подъемника выполнена из листовой стали толщиной 3 мм. Профиль 50 на 30. 50 на 30 профиль. Для мотоцикла пока предусмотрено два таких, скажем, бандажа. Для страховки. Для страховки, для фиксации. Также есть приспособа для фиксации колеса. Расскажи, пожалуйста, Дим, поподробнее про нее. Так, сейчас как бы... Приспособа, в принципе, обычная. Единственное, что я сделал, с изменяемой шириной. От 90 до 180. Вот, можно было зажать за заднее или за переднее колесо по необходимости. Ну давай попробуем его в действии, что ли.
расскажи про домкрат, наверное, про все тут. Домкрат обычный, автомобильный. Единственное, что сняты колеса с него, прикручен намертво. Выточены специально стойки под него. Там тоже колеса снял. Прикрутил его намертво. Тут убрал две тяги родные его. И прикрутил намертво к ноге. Тут доварил пружину. Установил, чтобы можно было качать ногой, не парясь. Ну, для упрощения процесса подъема. Самый такой основной нюанс, который я провтыкал, упустил. Домкрат, ось рычага домкрата и ось самой ноги должны совпадать на одном уровне. Соосно быть, иначе поднимать это все дело не будет. Фиксатор вывел самое... Когда делал, вывел самое максимальное его положение. Приварил первый упор. И потом через каждые 5 сантиметров следующий. Никаких целей не преследовал, просто так захотелось. Также предусмотрены резиновые проставочки для того, чтобы в сложенном состоянии ничего не царапало, жестко не касалось друг друга. Ну, в общем, аккуратно все сделано. Не, то, что есть в интернете, как бы, то, что делают, они вот эту ногу делают вовнутрь либо уголка, либо профиля. Я решил уйти от данной. Жесткость теряется, да, когда? Ну, не то, что жесткость теряется, они варят потом упоры сюда дополнительно, на которые ложится стол. Я, чтобы этого избежать, чтобы стол ложился прямо на ногу сразу, чтобы не варить лишнего. Тут выточены втулки 40 мм шириной и запрессованы по 2 подшипника в каждой. 302-х. Пальцы, ну, соответственно, 15-е. И вверху так же самое, верно? Да, и вверху, и внизу все одинаково. Угу. Этот кусок профиля выжимной, он усилен. Получается, у него толщина 4 мм. Сейчас с этой стороны покажем. Есть такая вот салазка, да? Оп. И уже фиксатор не мешает для спуска всей конструкции. Убирается автоматически. Да. Ну и, наверное, стоит сказать пару слов о ценниках на данные девайсы. Я вставлю в это видео сейчас вот пару скриншотов на ценники на китайские подъемники подобного исполнения. В общем, ценники начинаются от 17 тысяч и выше. Хорошее что-то более качественное стоит, соответственно, еще дороже. Сколько, Дим, вышел этот подъемник тебе? Чисто ты его делал сам? По материалу 6 тысяч вложился. 6000 это профиль, домкрат, все это считаем 6000 плюс 2 недели работы. Ты там мне скидывал, да, эти чертежи, не чертежи, верно? Ну, закинешь. Насчет каких-либо чертежей постараюсь я все максимально закинуть в видео или поставлять ссылки в описании видео. В общем, получился такой вот подъемник, считаю, очень даже неплохой. Я думаю, отчасти тему мы раскрыли более-менее подробно, насколько могли. Если что, будут добавляться дополнения в комментарии касательно ссылок на сайты, на чертежи подобных конструкций. Вот. Ну, а на этом, я думаю, все. Спасибо, Дим, что поделился. Всем пока. С нами. До новых встреч.